меня пока особых вопросов нет. То есть они приступили уже к выполнению работ, связанных с комплексным благоустройством, довольно давно. Большие вопросы были по поводу павильонов, которые стояли в квартире в Одессе. В результате проведенных переговоров мы их лечили, павильоны все демонтировали. Но они будут возвращены на место, все 10 павильонов, только несколько в другом виде, в том виде, который предусматривает проект.